Vidim desetine dece koji su došli ovde u okviru razmene između nevladinih organizacija. I вот в этой гуманитарной сфере мы можем осуществлять очень хорошие совместные проекты. И у гуманитарной сфере можемо да реализуемо jako dobre projekte. Вот мне кажется, нам удалось поднять здесь тему проведения дней славянской письменности и культуры. И чини ми се да смо успели овде да, тако речи, подигнемо тему обележавања дана славянске писменности и култури. Вот сербы как-то очень, ну, так, с резервом, что ли, относились к дню Кирилла и Мефодия. И сербы су, овако речено, са резервом су се односили према данима Кирилла и Методија. Несколько послов славянских стран в Белграде с 2008 года стали возлагать венки к памятнику Кириллу и Мефодию на площади Вуковспомник. Неколико амбасада словенских земалја у Београду од 2008. Године почели су да положу венце на спомник Кирилу и Методију код Вуковог спомника. Вот мы пришли и положили цветы. Дакле, дошли смо и положили венце. А кругом ходят сербы и с любопытством смотрят. А оку су били срби који су зачуђено гледали. Ну а на будући год, как вы думаете, кто к нам присоединился первый? И что мислите, кто се первый придружил нам в следующей народной године? Сербская православная церковь. Сербская православная церковь. И с тех пор мы вместе проводим этот праздник. И от того момента заедно обележаваме этот праздник. Но что интересно? Али шта је овде занимљиво? Вот он больше отклик находит в провинции, чем в крупных городах. Али већи отклик овај празник има у провинции, него у градовима. Вот я пытался сделать так, чтобы этот праздник был городским праздником Белграда. Я сам се трудио да овај праздник постане градски праздник, односно праздник града Белграда. Пока не удалось. Али још нисмо успели у том. А вот в целом ряде городов такие праздники проводились. Али у читавом низу других градов такви празници су били одржани. В городе Рума была целая неделя славянской письменности. У граду Рума била је читава неделя дана славянской письменности. И там были и сербы, и русские, и украинцы. Еще из нескольких славянских стран. Там су били Срби, Руси, Украинцы и представници и још неколико словенских земалја. Мы ищем какие-то новые формы. Тражимо неке нове облике. Вот здесь находится русско-сербский поэт Александр Петров. Овде се налази руско-сербски песник Александр Петров. И в значительной степени благодаря ему в Крагуевце мы провели ну, что-то вроде литературных чтений и музыкального вечера. И у многому, захваляючи нему, успели смо да у Крагуевце одржимо книжевно и музичко вечер. Где Александр Николаевич представил подготовленную им антологию русской поэзии. Где Александр Николаевич представил антологию русской поэзии, которую я приведу. И вот мы наращиваем эти усилия. Я хочу воспользоваться этой ситуацией с тем, чтобы вас пригласить присоединяться к этой инициативе. И мы поячиваем наши напоры у том правсу, и овде би желал да вас позовем да се придружуете тим нашим напорима. Вот каждый год 24 мая в 10 часов приходите к памятнику Кирилла и Мефодия на площади Вуковспомник. Дођите сваке године 24. мая у 10 сати к
kod spomenika Čirilu i Metodiju kod Vukovog spomenika. Спасибо вам огромное за ваше внимание. Večer živimo s udovoljstvom da je ova sala puna Srba. Lijepo što da smo u Beogradu. Međutim, pored ove sale, ima još jedna sala, također puna Srba, koji nisu mogli da stanu ovo, koji ne sprate preko video bima. Molio bih, ako, evo, pošto je gospodin ambasador raspoložen da odgovori na nekoliko pitanja iz publike, molim vas, koncizno, kratko i... Bez monologa. Da. Izvolite, evo, pitanje gospođa. Nije za gospodina... Sačekajte, molim vas da koleginici donese mikrofon. A da. A čućete, ja imam to. Ne, molim vas, ovako. Da vam kažem. Pitanje nije samo za gospodina ambasadora, nego i za sve vas i ove koji su u sali, vi koji ste tu predsedavajući. Ceo grad nam je preplavljen engleskim napisima za radnje, za poslastičarnice, za rasprodaj. Šta sad? Ćirilica. Pa latinica je i engleski jezik. Ćirilica je nestala. Šta je pitanje za gospodina ambasadora? Pa nije za njega, za sve vas. Uradite nešto da se s tom praksom prekine. Izvijete, ima još neko. Recite mu to. Gospodine, izvolite, kratko, molim vas. Ja sam ekonomista Guzina. U redu, profesore, postavite samo pitanje, što kraće. Gospodine Konuzin, bilo bi mnogo interesantno da čujemo vaše mišljenje zašto NATO pakt ostao nerasformiran ako na drugoj strani nema komunističkog bloka i Varšavskog ugovora. Hvala, gospodine profesore. Это к вопросу о принципе политической целесообразности. Ово питање се надовезује на питање о принципу политичкой целесообразности. Однако это в принципе оборонительный союз. НАТО в принципе то је дефензивни савез. Никто им сейчас не угрожает. Никто им сад не прети. Но это сейчас самый мощный военно-политический союз. А в любом тренутку ово је наймоћнији военно-политический савез. Ну не хотят они отказаться от искушения навязывать свою волю другим. Jer jednostavno oni ne žele da odustanu od iskušenja da namećuju svoju volju drugima. В этом у них есть общий интерес. У томе они имают заеднический интерес. Мы пытаемся, не нарушая их интерес, предложить какой-то проект, который был бы интересен всем, и членам НАТО, и не членам НАТО. Mi pokušavamo da, ne narušavajući njihov interes, da ponudimo projekat koji bi bio interesantan za sve, odnosno za članice NATO i za one zemlje koje nisu članice. Это инициатива о договоре о европейской безопасности. To je inicijativa o sporazumu o evropskoj bezbednosti. Мы при этом говорим, не надо распускать НАТО. При чему мы говорим, не треба да распуштате НАТО. Не надо распускать другие интегрированные в области безопасности или какой-то другой сфере организации. И не треба распуштати другие организации, кои су интегрисане у сфере безбедности. Но давайте вот все эти факторы соберутся вместе и договорятся об
общих, обязательных для всех, юридически обязывающих правилах поведения. И мы говорим, ајмо да сакупимо све ове чинилце и да заедно дођемо до споразума који би био заједнички за све, обавезујући за све и у правном смислу обавезујући. То есть там будут и страны НАТО, и сама НАТО, и, например, Сербия, но будут придерживаться одних и тех же принципов. Dakle, u sklopu tog sporazuma bit će zastupljene i članice NATO-a i sama organizacija NATO i, na primjer, Srbija i svi oni pridržavaće se istih principa. Ну, пока нам навстречу не идут. Ali još uvek nisu nam izašli u susret. Но я вас попрошу вот о чем. Ali ja ću vas zamoliti o sljedećem. В Белграде проводится много семинаров, посвященных НАТО. У Белграда се održava veliki broj seminara posvećenih НАТО. Сходите туда и задайте им этот вопрос. Ja bih vas zamolio da odete tamo i da im postavite ovo pitanje. Imamo vremena za još jedno pitanje, pa moramo, izvolite, gospodine Švi. Jedno konkretno pitanje. Ja sam Dejan Zlatanović, pokrećem sajt Srbini.info. Sačekajte. Ja sam Dejan Zlatanović, pokrećem sajt Srbini.info, srpske brze informacije. Da li možete mi pomoći da taj sajt bude prevođen i na ruskom jeziku, rado bi to uradile, odnosno da napomenuti, kao što B92 ima Voice of America, mi bi rado imali na srpskom Russian Today, да преноцим вести директно с Руси на Сербскую. Хвала. Знаете, это очень конкретный вопрос. Ну, приходите, мы поговорим конкретно. Вы знаете, вы яко конкретно питание, но очень мы чему конкретно разговаривать. Хвала господину амбассадору, хвала на пажни, можем удивить обзира, что вы нас не замачиваете.